Привет всем! Сегодня расскажу про поильники Манчкин. Замечательные, яркие, сочные цвета Манчкин порадуют вашего малыша и сделают разнообразной вашу кухню. Поильники Манчкин существуют двух видов – 6 месяцев и с 12 месяцев. Конечно, вы можете своего малыша приучить из 4 месяцев пить поильника, это даже будет лучше в вашем случае, но производитель рекомендует или с 6, или с 12. Поильники бывают нескольких видов. Бывают вот с таким вот носиком, который напоминает соску. Но, тем не менее, он уже не соска, а мягкий носик имеет. Его можно использовать с 4 месяцев, наливать туда чай, водичку или молочко. Поильник, который с жестким носиком, его можно использовать тоже с 6 месяцев. Он будет приучать ребенка к стаканчику. Поильник не проливайка. Сколько воды вы туда не нальете, его обязательно нужно правильно закрыть. Он обладает системой клик-клак, то есть щелчок характерный должен пройти, тогда вы закрыли бутылочку правильно. Еще один поильник замечательный, который с утяжелителем. Ребенок может этот поильник вертеть во все стороны и выпьет все равно все до конца. Мягкая трубочка позволит ему напомнить, как он пил из бутылочки. Ручечки очень удобно, позволит малышу держать с мамой этот поильник. И замечательный стаканчик, который напоминает уже взрослый стаканчик. Здесь существует специальная мембрана, которая при нажатии потечет водичка, а сам поильник не прольется. Разнообразные цвета очень удивят вашего малыша. Поильники, которые рекомендованы с 12 месяцев. Термо. То есть этот поильник позволит сохранить питье теплым какое-то время. Можно взять его с собой на улицу. Здесь такая же система клик-клак. Трубочка мягкая. Она находится на дне поильника, поэтому ребенок тоже выпьет все до конца. Поильник, которая имеет мягкую трубочку, которая не прячется. Она вот так вот будет с крышкой использоваться прямо так. Поильник, который уже с 12 месяцев без ручек, тоже научит ребенка пить как из чашки. Его можно пить из любого края, вертеть его с разными сторонами. И когда ваш малыш уже совсем научился пить, тогда мы можем рекомендовать вот такие замечательные чашечки разных цветов и литражом 230 мл каждая. Замечательные поильники Манчкин. Приходите и получайте удовольствие.